5000 автомашин ГАЗ-51 уходят в новую жизнь с поточной линии Ивановского авторемонтного завода. И в этом немалая заслуга новаторов инициативной группы работников конструкторско-технологического бюро. Главная их забота – повышение производительности труда на каждом рабочем месте. Евгений Васильевич Баренков, начальник технического отдела, возглавляет группу новаторов. Инженерная мысль воплощается в жизнь. И если раньше снятие подшипников с дифференциала производилось вручную, и на это уходило много времени и усилий, то теперь операция длится совсем недолго. Проходит несколько секунд, и коробка дифференциала вскрыта. Как просто и легко теперь отделяются шестеренки от крестовин. С помощью этой установки можно производить также расклепку и склепку венца. И еще одно приспособление, тоже созданное новаторами завода. Оно избавило рабочих от непроизводительного ручного труда по сборке шатунно-поршневой группы. Теперь слесарь-сборщик Шуканов собирает за смену около 300 важных узлов мотора. Став на предоктябрьскую вахту, коллектив Ивановского авторемонтного завода взял на себя новые повышенные обязательства.